Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить игру Лего Индиана Джонсон 2. И в прошлой серии мы остановились на том, что мы... Что? Я забыл, что мы в прошлой серии делали. Мы были в храме, где нас чуть там не убили. Я очень мало монеток взял, там вообще 12 тысяч вроде бы. Вот, в этом храме мы были в прошлой серии. И это теперь уже бонусный уровень, кстати, да? Да, это бонусный уровень, кстати, уже. Да, это... О, это так крипово! Вот всегда вот такие уровни, которые мы проходим, они всегда выглядят крипово, потому что... Это вообще... После каждой ситуации. Стой. А теперь ты стой. Ну, ты встань теперь, вот. Ну ладно, пошли тогда. Так, и где-то дальше должен быть уровень. Вот, дядя, ты мне нужен. Вот это, наверное, следующий уровень. Я думаю, так. Угу. Все, сейчас дал этот уровень. Прокручивай этот уровень, походу. Так и думал. Мне интересно, что там за уровень сейчас будет. Мы просто его спасли, меня, за которого я сейчас играю. Вот тут. Мы его в прошлой серии спасли, но что-то с башкой было не так. А-а-а, Индиана Джонс. Мне нужно. Нам просто вот так сделать. Где Индиана? Вот он. Эти прыгают. Пришли за нами. Как он прыгает через 4 сразу? А я через одну. Эх, давай-ка. Раз. Я не знаю, что это. Мне очень интересненько. Ага. И чё? А, мне нужно персонажа такого вот этого. Или чё? А. А здесь и нет. А как? Стоп. Как это самое? Никак. Ого, а что делать так-то? Нужно вот этого купить. Ну сейчас давай поубиваем. Нужно, чтобы он был не с палочкой. И не надо, чтобы он не был со своей дудочкой этой. Мне они не нужны с дудочкой. Мне нужны с этой штуковинкой. А где? А как уровень активировать следующий? Просто сломать и все как бы? Ну нет. О, смотри, там корабль. Какой-то космический корабль. Ну как? До верха как-то достать. Не знаю как. А что? Как? Как мне достать? Так, какие у нас персонажи? С пистолетом. Где с пистолетом? А, это тоже... А, это мой помощник. Пошли. Вот наша команда. В первой части была. Эх. Раз. И два. Так и думал. Вот, все пришли. Она опять пришла. Собрать! Все, собрались. И чё? Йо! Что случилось? Йо! Ж
Жадность Фрая разгубилась. Жадность Фрая разгубила. Понятно, короче, жадность Фрая разгубила, как всегда. Опять. Эту девушку... не понимаю. Сколько здесь людей было там? Это, походу, финальная часть. Вместо королевства хрустальных череп. Королевство хрустального черепа. Как это видите? Иди. Успел, ух, жестко успел вообще. Мы с Индианы взламываем мантры. Она помирает, а я нет зато. Вытягивает. Блин. Туда же? Ну, конечно. Куда еще? Все, вали! Ух! И что сейчас будет? Йо! Мамочки. Где это мы? А, опять. А где это мы вообще? А! На лучом стреляет ты! Индиана Джонсон. Я понял как. Вот. Смотри. А ему вот так. А как? А-а-а. Это как соседи. А, ты! А ты зачем спрыгнул-то? Всё, вот. Все, беги! Да блин, а! Чё так сложно? А Индиана как-то на другую переместился. Странно. Все в нашем мире странно. Бери! А, его как-то... Ничего себе, я везунчик, блин. Смотри, киберпанк. Тупо, как легко надо прыгать. Ай. Я думала, она меня задела морально. Морально. Меня задели морально. Так зачем ты свой луч-то пихаешь, этот дурацкий? Зачем? Зачем тебе этот твой луч? Лучше посмотри. Другие лучи! Зачем ты это прыгнула? А-а-а, везде. Это так сложно. Почему у меня помощники такие? Ну ты это зачем? Надо за него играть. Он не может висеть про... Я не вижу проблемы. На пятку. Моей девушке. Так ты! Я туплю. Я так жестко туплю. Вообще не так. За то, что ты меня и связал, Индиана Джонсон. Сам. Это
Питер. Алиса. Да ты луч! Луч восьми. Перестань! Так ты! Зачем? Зачем и почему? Зачем и почему ты мне сносишь хпшки? Ты что, меня ненавидишь? А ты зачем сиганула? Ненавижу тебя. Я забыл. Да, нет. Да. Я тебя скоро свяжу, девушка, блядь. Ты стояла там нормально. Ух, я забываю. Я забываю то, что нельзя отпускать. Так, все, еще. Я уже пятый раз попадаюсь на эту ошибку. Потому что нельзя отпускать. А то попадусь на ошибку. Надо застой так. Я не успел спрыгнуть. Опять. Вот так надо. Монголо-татар. А ты зачем сигану? На полет. 5 минут полет нормальный. Вот это сложнее всего, то что нужно попадать друг к другу. Не успел. Последний камешек останется, наверное, чтобы нету куда-нибудь строиться. Зачем сиганул-то? А ты зачем сиганул? Короче, ты все равно урон получать. Никак. Без ее урона никак не выжить. Ты никак. Короче, нужно вначале за Индиану Джонсона, потому что если девушка, все. Если девушка хотя бы пойдет, это нормально. Да блин, я не успел. Так сложно, вообще улет. Самый сложный уровень. Вот! Аллилуйя! А как? А, она теперь все вижу. Я стала вот отсюда. Так Индиана прошли. Оба. Не успел. Да девушку придумать. Хотя бы со второй попытки. Сразу со второй попытки. Ура! Победили ее? Ух, повезло. Сложно было вообще. Еще один раз будем драться, да, опять.
5 раз обуви. Ну опять. Ну что это за покемон гоблин? Как его побеждать-то? А, понял. Давай. Нет, опять умер. О, зато у меня гранатомет. Давай. Молодца. Опять этот луч. Опять пропустил. Еще раз. А когда она уже проиграет мне? А, у меня нету гранатомета. А чё так быстро? Сразу прям. Может, ей надо в лицо попасть? Нет. Получается только в камни. Ну все. Пока лучше. Мне еще одну сердечку. Ты сразу, почему так-то? А. Диана. Ура! Ничего, я разнесло. Все. Они тут гуляют, почему они тут-то? Йо. Ничего себе. Все три части прошли. А будет четвертая? Или нет там? И все, как бы конец всех частей. Были три только, и все. 9,6. Это я всю игру прошел на 9,6%. Эх. А будет четвертая часть или нет? А нету! Все. Вот смотри. Первая, вторая и третья, все. Давай в третью походим, чё уж. Посмотрим, что нибудь в третьей. А потом будем проходить немножко, посмотрим здесь, отдохнем в третьем уровне. Немножко покупаем. Позакупаемся машинами, там все потанцуем. Покайфуем, но у меня 52 тысячи, это моя зла такая бы. Ничего нет. Ладно. Это бонусный уровень, он мне пока не нужен. Я пока бонусы вообще не прохожу. Вот, смотри, какой. Это с тачкой. Прикольно. Блин, я такой бы уровень прошел. Монетки есть такое. А могу покинуть? Но не хочу пока. А что? Проходите вы. Монетки все равно не дали. Ну ладно. А что мне дальше-то делать? А, вот сюда, может. А я не знала то, что сюда может бегать там.
Ой, инфлюшленский. Тарелка, короче, НЛО. Инфлюшленский. О, один кубик. Тяк! Джип! Я хочу в джипе покататься. Ура! Ля! А это чё? А это чё? Это уровень такой? А, стоп, это сборка. А, я понял, что это. Это будет, когда мы все соберем, в каждом вот это есть там свое такое. Чё это? Осенний кубик. Дави! На газ! А нет тут гонок или есть тут некоторые? Но они будут спрятаны здесь вообще. Например, вот тут где-нибудь. Вот тут гоночка, что-то мотик. О, мотик. Самый обычный 15 тысяч. А тут есть два мотика, синий и другой какой-то там. Какого-то это, не знаю, просто. Вижу по такому. О, гонка. На чем? На этой тачке? О, а что я сделал? Вот, кстати, они. И вот синий мотик. Да уйди, ты чё вы мне все сбиваете-то? Я хочу купить тачку. Да я куплю тачку. Вот, все, зеленый мотик. Мотики. И можем, кстати, проехать вот этот. Заезд. Тут же тачка. Это как бы лодка и как бы автомобиль. А туда через мост, представляешь? Тут больше времени даю, потому что ты на такой машине не всегда катаешь. А, не успел. Я не испугался, блин. А где заново? А вон там еще дальше. А почему ты так начал? И куда? А как? Я застрял. Ну ладно. Пошли тогда в каком-нибудь следующий, будем проходить уже новый ящик, можно сказать так. Новый ящик. Вот, лесоруб. Вот какие есть. Вот такое, либо можно пройти вот такой. Какой-то. В поисках утерянного ковчега. Ковчег. Либо в конце вот этот. Конструктор. Чё? Что такое конструктор? Что? Конструктор тоже можно проходить? Как это? А ну-ка. Ну давай, все, вот, нормально. Нормально, все, я согласен. Сюрпризы. А у меня здесь нету сюрпризов пока. Эх. Эх. Плохо. А это всякие тут буквы, короче. Они еще заблокированы некоторые. Некоторые, наверное, даже цифры нет. Некоторые, наверное, разблокировались.
нормально, вот, да нет, короче, какая-то фигня. Выйти без сохранения. Сохранить и выйти, можно сказать. Ну ладно, давай сохраним и выйти. Короче, какая-то неинтересная конструктор какой-то. Вот это я хочу лучше. Начать приключение. Вот так мы куда-то идем. Нам нужно найти какой-то тотем, походу. Не, не тотем, а храм. Ну как? Ну, хорошо, хорошо. Все, погнали. Влюбился в меня. Йо. Вот мы летим сюда, сюда. Прям все прилетело перед смертью, все пролетело прям вообще все. А, нужно как-то снег свой убрать. Факел, может? А, это нужно откопать. Здесь ничего нет. Здесь бочка. Красную монетку мне дали. Красный кубик. Оля! Смотри. Смотри, что у меня есть. О, машина! А, нет, ее нельзя покупать еще. Потому что она засыпанная, а у меня нет еще. Это на ней будет. Нет, это не на той. Это будет какой-то другой тачки. Ну ладно, пошли тогда. Уровень проходит. Ну что, друзья, на этом мы будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте под этим видео колокольчик. И всем пока.